Всем привет, с вами канал Артмания. И у нас получился сегодня вот такой суп. Это я уже немного тут съела, думала записать, не записать на камеру. Но думаю, запишу. Столько много вот получилось у нас вермишельки. Тут вот мясо говядина я варила, остывает. И тут вот Дима, да, Дима? Да, кушает. У тебя хоть бульончик немножко есть. Уже насорил, разбросал чего-то там у себя, как всегда. Да? Как поросенок ешь. Кусочки мяса, помидорку у нас там на дне. Помидорку с яичком положила, с мясом. И сверху засыпала вот этой вот вермишелью. Вон чего. Положила чуть-чуть всего вермишели, а ее стало слишком много. Вот так каждый раз бывает. Положишь мало, ее нету. Положишь много, ее мало. Положишь мало, ее много. Да, малыш? Дима кушает. Ой, что у тебя там такое уже? Кошмар какой. Лужи какие-то. Ужас. Ой! Ну, красиво выглядит. И яичко здесь, и помидорка, а еще петрушка, и вермишелька. Картошку я не стала класть, потому что что-то он ее плохо ест. Ай-яй-яй, как поросенок. Вот, и идем, здесь такие цветочки положили. С утра мы шли, они были такие снегом уже посыпаны. Тут как будто новые положили. Наверное, снег сдуло. Ощущение, как будто после праздника Победы 9 мая. Розы красиво лежат. У нас дождь. Никогда зимой не видела дождя. Когда мне писали там в комментариях, что у кого-то дождь идет, было так необычно для меня. Теперь сама все это вижу. Машину он ездит, чистит по кругу. По кругу чистит. Красиво, так быстро едет. Так клево. Да? И Дима. Дима смотрит. Дима оделся с трудом. Ходил, занимался Дима, да? Дима сегодня занимался хорошо. Дима умничка сегодня. Сидел на занятиях, все слушал. Практически не убегал. Классно ездит. Так по кругу, так быстро. У нас лежит снег, но при этом дождь. Все, поехала дальше чистить. Снег. Все. Да. А Дима у нас на маленькой колясочке своей. На маленькой. Все, мокрый, у меня же экран мокрый. Да? Да. Все. Пойдем с тобой дальше. Видно, наверное, как идет дождь. А, машина уже уехала.